Доброго всем! Это очередная китайская ГБЦ двигателя 483, работавшего на газу. Прогорел выпускной клапан, а еще куча оказалась кривыми. Все два конкретно сели. Отремонтировать все это не беда, а вот беда с запчастями. Найти качественное сложно, а в нашем регионе нереально. Но, конечно, кто ищет, хоть и с трудом, но находит и везет издалека. Стоимость такого хорошего клапана составляет 1200-1300 за штуку. Это жесть. А вот барахла вокруг валом, и не только у нас. Это вот втулки и клапаны 100 рублей за ведро. Выпускной клапан тарелка апельсиновая корка. Шток можно отдавать женщинам ногти править. Магнит так магнитит, что это рвать нельзя. Пуск не лучше, но и страдает он меньше. Клиент поставлен в известность, но другого он найти не смог, ставлю это. А вот как потирается клапан. То есть изначально он кривой, приходится править фаску на станке. Ходят такие клапаны соответственно, ну и конечно эта проблема не только с этим двигателем. А в следующих видео я покажу, какие они бывают хоть и очень редко, но нормальные.